Я много лет работаю в промышленности и могу с уверенностью сказать, что Чувашию по праву называют центром развития ролейной защиты. Всем известна историческая роль Института ролестроения, который является пионером внедрения микропроцессорной техники в энергетику. У наших специалистов действительно есть большой и богатый опыт для того, чтобы выпускать, производить такую уникальную продукцию. Более трети такого оборудования сегодня производится в Чувашии. При поддержке правительства создан инновационный кластер, и это помогает нам сообща решать вопросы отрасли.